Да блин, пистолет. Ну поздно вообще, по идее, даже если бы я сейчас за ним поехал. Уже ничего хорошего не получилось. Можно ресетить, наверное, уже. Ну, корабль. Ничего, это продолжать. Можно попробовать сделать топовый второй. Если будет прям топовый второй, то, в принципе, будет неплохой плейс. Но первый был плохой. Ну, повезло со вторым. Блин, вот когда в конце жирный, это просто плюс секунда, как бы вроде бы немного, но все равно неприятно. Секунды на ровном месте, из-за того, что еще два выстрела надо сделать. Вместо одного три. Да че все жирные-то? Блин, столько жирных было. Ну, это среднее начало. Только за счет второго уровня, можно сказать, неплохое время. Фигня какая-то. Это пятый, блин, пятый дебильный. Ну, ПБ еще можно сделать с таким бойсом. Ну, ПБ, если сделать, то, наверное, на пару секунд. Блин, чуть бомбу там не взял. Вообще, он уехал сейчас там его ловить. А, повезло. Наверх поехал. О, нормально, кстати. Голда сап 5.50. И... неплохие шансы на ПБ. Блин, да чё жирные-то с обоих сторон? Еще и взяли. Вниз давай. Просто капец. Правильно, не будет же весь ран нести. Тут быстро столько. Это, кстати, неплохой.
Девятый. Еще можно еще быстрее, но это, наверное, только с часиками или с каким-нибудь пауэрапом, с бомбой в конце там. Без пауэрапов его сложно идеально пройти, наверное, не получится. Бомба, ну, блин, тут мигающие везде. Ну-ка, чё по пейсу? Минус секунда. Блин, ну и вообще иду, конечно. Ей, хороший 11-й. Вот хороший 11-й это прям редкость. Блин, начало дебильное. Часики. Правда, я уже потерял. Ладно, пойдет. 12-й, блин, был не очень, если честно. Мог саб 6.25 сделать даже. Ну ладно. На сегодня пойдет. Нет, саб 6.20 это хорошая цель для этой игры.